Мне посчастливилось вводить сегодня в спектакль «Щелкунчик» Аню Никулину. Она вообще по натуре очень трогательная и редко сейчас можно увидеть. Вот, очень интеллигентная девочка, очень интеллигентная. И что мне понравилось, она не боялась сейчас на сцене, хотя написала первый раз. Она была уверена, она была в роли, она была девочкой, действительно, Машей. Ну, я очень доволен спектаклем. Я довольна, что я станцевала. Как бы потом я уже буду сама продумывать, что получилось, не получилось. Мне очень Саше понравилось танцевать. Спасибо, я подошел к этому. Да, конечно, очень помог. И он уже танцевал этот спектакль, увел меня. Мне с ним было спокойно, уверенно. Он везде мне помогал, подсказывал, все. Я очень рада, что она станцевала этот спектакль, потому что, по-моему, это спектакль, который ей очень подходит, на нее ложится. И, по-моему, в общем, спектакль прошел и с технической стороны, и с эмоциональной. В общем, по-моему, все было вот то, что надо. Так что я очень рада, что этот спектакль прошел. Относился, конечно, очень серьезно, как к всякой партии. Она тяжела тем, что вот особенно первый акт нужно быть девочкой же непосредственной. А это достаточно тяжело, потому что когда уже какие-то партии танцуешь, и уже хочется что-то себе сделать, а это делать ничего нельзя, нужно вот именно эту детскую непосредственность, такую легкость, и мне это было достаточно тяжело. Проще было с момента, когда уже появляется принц, когда уже идут чувства, любовь. Вот это мне было сделать легче, нежели именно вот это вот первый акт, да, начало первого акта. Педагог Екатерина Сергеевна Максимова, я с ней готовлю эту партию, я с ней все готовлю. И, конечно, она как непосредственно исполнительница передавала много и всякие нюансы, все. Но когда колдовство, например, елка растет, вот, что это Дрюссельмейер мной управляет, что я, это уже не я, и вот этот вот какой-то механизм должен быть, вот это вот что-то вроде я и не я, и я не понимаю, что со мной. Вот это вот, ну, все моменты, и где девочка, где вот как надо на щелкунчика смотреть, как это вот, что это вот, вот она игрушка, вот, вот она, вот просто я влюбилась в эту игрушку, вот этот момент. Ну и, конечно, когда принц появляется тоже. Снежинки, как это должно по земле стелиться. Не просто там, а, пришел, а вот это вот все вот. То есть очень много, конечно. Все, я все, конечно, не назвала. Сегодня Аня Никулина дебютировала в «Щелкунчике», и, как мне показалось, она себя чувствовала очень уверенно на сцене. Потому что одно дело репетиции, когда уже, кажется, все получается. Выходишь на сцену, совершенно другие ощущения, все смотрят, и зритель, и сцена, конечно же, добавляют нервоз, который снимает половину всего, что ты наработал. Но Аня, я считаю, что очень справилась с этим моментом.
танцы сложные, да. Движения, если взять, в общем, вроде простые, каждый сам по себе, но они все одно из другого, и она очень длинная, и ноги как-то вот, тяжело. Вот первую часть делаешь, уже на вторую тяжело. Ну вот, вот, вот этим и сложно. Классическое. Это вот эта легкость. Это, такое вот, я себе представляла, хрустальное что-то вот это вот должно быть. Такое, ну и праздничное, естественно.